Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпаут. А вот у меня вот этот драгоценный Jurassic World Evolution уже вылетал. Недавно буквально. Вот когда вот наконец поставил бой. Ну, короче, сегодня у нас бой модифицированный цератозавр против модифицированного трицератопса. Еще неизвестно, кто кого победит. Так, уже трицератопс наносит тут урон. Серьезный. У меня, кстати, 52 лимона. Я хорошо развился, у меня уже парк тут довольно-таки офигенный, я даже два острова открыл. Сейчас у нас, короче, идет удвой. Вот эта вот игрушка, она, понимаешь, она умеет вылетать при записи. Вот это вот меня бесило, потому что у меня уже все было грамотно оформлено и так далее. Кстати, ты можешь мне написать в комментариях, кого против кого мне ставить следующую серию. Каждую серию, я думаю, можно устраивать бои динозавров. А тебе как это? Мне кажется, хорошая идея. Это что было? Я тебе сейчас покажу, кто у меня открыт в инкубаторе на данный момент. У меня, кстати, когда я сейчас первый раз записывал, у меня там цератозавры сбежали. Прикинь, электрический забор сломали. Вот жаль то, что ты это не увидишь, потому что гребаная икра вылетела. Надеюсь, сейчас она не будет вылетать. Что-то он это приуныл. Хочу сказать, когда первый раз записывал, он проиграл. Сейчас вот мне воспроизводит, что мы делали до этого. Сейчас совершенно все по-другому идет. У него здоровье 21. Хромает. Да не, ему конец. Саратозавр его даже тут сейчас сожарит. У него нет шанса. Друг другу нанесли урон. Да, все-таки он его сожрет, это жестко. Победа за цератозавром. Это вот у меня такая типа площадка. Выдвигаюсь забрать отсюда. Добавляем список. С динозаврами. Типа арена такая. Вот смотри, что у меня дальше есть. Вот отельчики. Вот мой загон с цератозаврами здоровый. Это модифицированный цератозавр. Вот посмотри, видишь различия? У меня даже окрас другой у них. Это я с геномом их не повозился. И теперь вот они у меня так выглядят. У кого там мало здоровья? Идет. А, это что ли? Да. Фиг с ним. Вот это вот у меня здоровый загон со всякими травоядами. Тут очень много видов. Я модифицировал вот этих вот тоже окрас другой. Да я вообще много кого модифицировал. Даже вот с окрасом. Вот шкурки сейчас у меня другая. Так, что там с этим делать? Карта... по-быстрому так вот к нему перейдем. Ну давай, отрубайся. Чё он не отрубается? Или по нему сложно попасть? Так, ладно, все нормально. Служба перевозок. Перевести нафиг. Вот сюда. Домой. Так, вот смотри, кто у меня открыт. Там козла цератозавр сожрал. Так, где этот-то загон? Точнее, инкубатор. Вот. Выбирай, короче, вот между... Офигеть, я дилофазавра уже открыл. Круто-то как. А, выбирай, короче, между этими динозаврами, кто против кого будет следующей серии. У меня выбор уже довольно такой обширный, поэтому можешь... сделать комбинацию, можешь что-то красивое такое выбрать, прям такую супер-мега-попер комбинацию и сделать шикарный бой. Ладно, нам сейчас на этом острове делать нечего, ну почти окаменелости из-за ДНК. Я надеюсь, разработчики скоро исправят эти вылеты. Так, ладно, комната управления. Навигация на острове.
Мы сейчас пойдем вот на этот остров. Штормовые станции помогут защитить ближайшие постройки от яростных тропических бурь. Хорошо то, что я открыл эти штурмовые станции. Ой, у мужика не терпится что-нибудь такое серьезное. Вот на этом острове у меня сейчас, скорее всего, будут какие-нибудь другие динозавры. Но, скорее всего, я буду делать сейчас других динозавров тут. У меня на этом острове точно будут диофазавры и велоцирапторы. Вот этот загон, кстати, очень слабый. Он не электрический. Мне это не нравится. Так, 159 тысяч. А тут кто? А давай-ка вылупим. Все же. Посмотрим, какая способность будет у дилофазавров охотиться на эту штуку. Надо бы заменить заборы на электрические. Заменить, включить. Ох, воробушки. Надеюсь, все заменил. Ну и чё тут заменил? Заменил вроде. Тут ты каким-то волшебным островом у них уже идет электропитание. Этих заборов. Так, ну-ка посмотрим на карту, все ли я сделал. Так, вот тут не электрозабор, еще подправить надо. Теперь везде электрозабор. Да, везде. Блин, ну не тут. А тут что такое? Вроде электрозабор. Так, ладно. Что мы сделаем тут? Энергия. Эту штуку. И проведем ее, пожалуй, до ближайшей электростанции. Так, а вот тут вот надо это еще добавить новую ячейку, это защита от отключения. Так, добавили, отличненько. Что у нас будет тут сейчас? Пора бы реально заполнять какими-нибудь хищниками. Так, смотрим. Все защищено электрозабором на данный момент. Мне это нравится. Это, наверное, у меня будет больше остров по хищникам. Сейчас выведем дилофазавра или модифицируем его геном. Смотри, я могу ему какой-нибудь... Давай вот это вот с обычным окрасом и... Рейтинг. Иммунитет дадим ему. Геном иммунитет. Модифицирую. А, какой модифицировать? Уже жить сделали.
Слишком дорого. 512 тысяч рублей. Бля, я забыл то, что мы тут бомжары. Весело. А, я ж все слил на этот. Бомжи мы тут. Чё показать людям? С динозаврами не очень дорогие, однако. А то вопрос, вот я же могу как-нибудь, вот, например, его. Я слышал то, что тут можно динозавров. С острова на остров перевозить. А ты это слышал? Надо бы попробовать. Это, правда, не точно то, что работает. Хочу сюда дилофазавров. Прибыль в минуту. Инфраструктура. Уху-ху. Гости, дорогие. Не хватает на бабло. Чё-то плохо тут сейчас с финансами. Реально плохо. Это ничего построить не могу. Финансов мало. Так. 60 тысяч рублей. Комната управления. О, контракты. Четко. Хотя стопой, погодите, ребятки, вы это. Чем мне кто откроет? Они что-то тут мне на этом острове сейчас интересное откроют. Репутация. Расширение инкубаториев, магазин игрушек, скорость раскопок. Надо бы твое задание выполнить. Почему бы и нет? Нашлось кое-что весьма интересное и выгодное. Выпустите динозавра, хуянозавр. Хуаянозавр. С модификацией сильнейшие мышечные волокна. У меня бабла нет, мать. Но мы можем посмотреть. Вывести динозавра. Хуянозавра. Сильнейшие мышечные волокна. Ладно, это у него тут на окрас гены, это не включается ничего. Агрессивный. Используй ген сильнейшие мышечные волокна. У него геном какой вот? С модификацией. У тебя вот какая модификация? У тебя возраст, сбой, гены. Блин, господи, еще раз. Шкура тип бесплотных земель, гены, отвечающие за стойкость. Так. Этот 281 косарь стоит. В
вывести динозавра. Это жестко. Вот тут вот у меня бабла ни хрена нет. Я знаю, что вы заняты, но эта возможность слишком хороша, чтобы ее упускать. Отправьте команду и добудьте окаменелости небольших или средних травоядных динозавров. А вот это вот уже другое дело. У меня есть деньги, чтобы отправить команду. И я знаю, куда я ее отправлю. Где одни травоядные. Чё-то нету денег, и все. Так. Ну тут чё, нельзя что ли между ними переключаться? Вы чё? Эх, чудо просто, вот просто чудо. Жаль то, что сейчас у парка еле-еле тут одна звезда стоит. Вообще еле-еле. Вот сказать, зацени, это высокий график у нас. Почти все идеально. Разработчикам, правда, стоит еще немного поработать. Ну чё они там? Долго копаться-то будут? Твою дивизию. Давай что ли в эту сходим? В песочницу. Мне просто интересно, чё в этой песочнице. Ну Блар это песочница. Без денежных средств. Тут не используются денежные средства и так далее. Вот сейчас вот я первый раз иду на этот остров. Путешествую, так сказать. Надо будет мне к следующей серии, ну, а может быть она выйдет уже завтра. Как видишь, я уже стал чаще снимать. Надо будет развить второй остров на деньги, чтобы была денежка. Первый раз я встретился с динозаврами тут, на Исла-Нублар. На этом острове я впервые поставил под сомнение все, что я знал, все, что ценил. Не потому, что произошедшее тут было невозможно. Отнюдь. А что тут произошло? Я бы сказал, что мы не должны жить прошлым. Но именно этим мы тут и занимаемся, да? Вот я и подумал, раз уж мы оживляем вымерших динозавров... Так почему бы нам не оживить вымершие парки? Прикольно. А что с ним стало-то? Ха-ха-ха, лол. Инфраструктура, значит. Круто. Я, короче, могу сделать тут вот прям красотень-красотень. Там где-нибудь эту электростанцию влепим. Все нормально. Просто мы начинаем тут с самого красивого.
Это же режим песочницы у нас. Будет еще интересно, открыты ли тут все динозавры. Вот это вот место, в принципе, нормальное, чтобы что-то сделать. У меня тут бесконечное бабло. Дорога не присоединена. Прикол. Не, реально, а почему бы и нет? Почему бы мне вот тут вот не покопаться? Что-нибудь не поделать? Так, где там у тебя дорога-то не просоединена? Здесь вот у нас тоже какие-нибудь дорожки такие идти. Куда-нибудь так вот безгранично. Так, тут у меня тоже дорожка пойдет. И жить тут вон от всех сторон можно делать эти дорожки. Чтобы было по красоте, так сказать. Так, ладно. А электроэнергия не это не делается. Почему? А именно потому, что я не присоединил дорогу. Итак. Вот, смотри, а ведь нифига не так, да? Блин, это сложно. Ура, присоединил. Так, вот такая вот у нас тут красотища будет. Почему бы и нет? Одна электростанция есть. Можно вот тут вот что поставить. У меня тут различные награждения есть такие. Ну хотя ладно, в принципе не важно. Потом как-нибудь поразвлекаемся. Тут бюджет неизвестен. Ну ладно, дорогие друзья. Мне пора уже заканчивать. С вами был Тотемпаут. Всем до скорых встреч. Всем пока. Не забывай написать мне в комментарии, кого ты хочешь увидеть в следующем бою динозавров. Ну что ж, всем удачи, всем пока.